чтобы заниматься кроссфитом. На лесовозе, можно сказать, на пустом. Сейчас будем тут разворачиваться. Вот, и туда, вот там коттедж красник. Оставлять. Можно, конечно, было бы его закатить. Что я, наверное, сделаю, скорее всего. Наверное. Так будет правильнее всего. Мы можем и на самом деле и завести. Ну посмотрим, что сейчас будет. Хотел я его закатить. Он говорит, не, давай я, говорит, тебе довезу прямо, прямо до дома. Как говорится, показать мастерство. Между прочим, что на самом деле круто. Не просто так. Короче говоря, довезет он сейчас колесо, а я вот как раз сейчас там взялся кувалду переваривать. Сегодня уже попробую кувалду там махать. Просили записать тут видео по работе с кувалдой. Я не хочу его записывать в спортивном клубе. Буду записывать это видео у себя. А там по полной программе. Мы работаем с шинами, с кувалдой и так далее. Все, приехали. Ку-ку. Вот это колесо везу себе. Ну что, вот эту красотку, или эту красотку, колесо, я доставлю себе. Сейчас буду размещать, вон я бывал. Все, буду махать. Ну чего, не смог удержаться, провел таки полноценную тренировку. Сейчас уже тут пятый подход. Ну вот так это все начиналось. Меня попросили записать видео по работе с молотом, просили консультационных советов по этому поводу. Ну и я пообещал это дело сделать. Сначала я планировал записать в спортивном клубе, в фитнесе, там где есть кувалда, есть молот и много других своих приспособлений. А потом подумал, что давно я хотел на самом деле привести себе покрышку, причем тяжелую, чтобы ее можно было кантовать. Давно я хотел сделать себе молот, потому что на самом деле работа с молотом — это не только битье по покрышке. С ним на самом деле существует огромное количество всяких разных упражнений, которые я тоже решил все показать и вот так вот осветить. И потому к этому делу я подошел основательно. Сварил сначала кувалду, поехал в магазин, купил самую здоровую кувалду, которую смог найти, 9-килограммовую, из трубы приварил к ней ручку 3-килограммовую с 3,5, и 12,5 килограмм получился молот. И вот теперь привез колесо. Ну и в первый день отмахал я так, а вот во второй день уже подошел сознание дело к вопросу. Переоделся так, как это положено, и провел вообще полноценную тренировку с массой самых разных упражнений. Хочу сказать, что вообще все шло постепенно, прогресс шел тоже постепенно, не все быстро. Я вот сейчас, когда записываю это видео, прошло уже довольно много времени, ну немного, уже пара-тройка недель. И хочу сказать, что сила в работе с молотом очень основательно выросла.